Друзья, всем привет, это компания X-Motors. Сегодня у нас на обзоре мотобуксировщик в комплекте с лыжным модулем Irbis Mukhtar 15. Этот букс всегда поставляется с двигателем Lifan на 15 лошадиных сил. У него всегда в комплектации идет реверс-коробка, точнее реверс-редуктор от Burana. Плюс очень мощный вариатор, который устанавливается также на снегоходы бренда Safari. Этот мотобуксировщик обладает многими элементами, которыми пользуются Irbis своих снегоходов. Будь то Irbis SF200, Irbis Dingo, либо же Promax SRX, к примеру, который производится на том же заводе, где Irbis Tungus. Посмотрите переднюю подвеску этого снегохода, запомните расположение рычагов, угол наклона амортизатора, ширина стандартной лыжи. И посмотрите теперь сюда. На этом лыжном модуле все абсолютно, все аналогично. Все тяги, рычаги и так далее, все взаимозаменяемое вплоть до лыж. Только угол наклона амортизатора чутка изменен, потому что здесь немного другое строение подвески, в отличие от снегоходной. На передней части рулевая колонка. Практически все элементы используются со снегоходов. Посмотрите, какие качественные ручки. Они идут с подогревом. Также на мотобуксировщике, напоминаю, подогрев даже курка. Это просто максимально богатая комплектация. Помимо всего этого, машинка переключения светом, управление электростартером, который всегда в комплекте, управление подсосом, зажигание, все располагается сразу же на руле. Точно так же, как и аналогично на SF-ке, посмотрите. Абсолютно те же элементы управления. То есть это мотобуксировщик с максимальной комплектацией, как от снегохода. Также в комплектации всегда идет гидравлический дисковый тормоз. Он располагается здесь внутри. Но опять же, это гидравлика, это не тросик. Здесь никакого удешевления нету. Максимально все сделано надежно и дорого. Тормоз нажимается легко, одним пальцем. На морозе проблем с ним точно не будет. Также спереди располагается мощная светодиодная фара с шестью линзами в стиле паучий глаз, которые просто бомбически светят в темное время суток. Мощные широкие подножки. Посмотрите, кстати, на качество. Швы отлично обработаны. Все элементы усилены. Где надо уголки и так далее. То есть видно, что инженеры поработали здесь очень подробно и хорошо. Кстати, покраска здесь используется с методом запекания. Это порошковая окраска всего мотобуксировщика. Рама цельнометаллическая. Каркас. Сам модуль. И пластик очень мягкий, который в случае удара, ну, об те же самые ветки в лесу или что-то такое, не треснет. Он легко выдержит все удары. И, кстати, он такой шершавый идет, на нем не будут толком видны даже царапины. То есть максимально долго будет сохраняться весь товарный вид букса. Сидушка спереди одноместная, в стиле Ирбиса, черная с красной прострочкой. Очень толстый наполнитель, она довольно-таки мягкая. В комплектации, повторяю, всегда идет реверс-редуктор, переключение находится здесь. Это, в принципе, довольно-таки комфортно, когда вы находитесь на сиденье, вам надо переключить передачу, просто руку назад, без проблем это все делаете. Всегда в комплекте электростартер, ручной запуск. Аккумулятор также поставляется всегда с завода, то есть в принципе, эта мотособака готова к эксплуатации, только заправить бензин. Бак, кстати, 6,5 литров. Средний расход около 1,5-2 литров в час. Если вы захотите использовать его как обычную мотособаку, опрокидывайте эту часть рулевую. Посмотрите, какой здесь метод крепления. На быстросъеме несколько отверстий. То есть эту бабушку откручиваете. Просто переносите это сюда, цепляете сани к усиленному, кстати, фаркопу. Посмотрите, какой он мощный, как на снегоходе. И все. Модуль отсоединяется буквально двумя гайками с двух сторон. Я думаю, эта процедура составит всего лишь 3-5 минут. Огромный багажник. Стандартная гусянка. Как на всех мотобуксировщиках, это 50 сантиметров ширина. Стандартный грузозацеп.
И, кстати, тут тоже располагается регулировка. Про подвеску хочу немного подробнее рассказать. Она довольно-таки свободная, то есть снег весь, который будет набиваться в гусянку, будет сам отсюда вылетать. И плюс посмотрите на катки. Это те же катки, что используются, к примеру, на Irbis SF. То есть я бы назвал этот мотобуксировщик Irbis Mukhtar снегоходом, если честно. Кстати, на него довольно-таки приятный ценник. Обращайтесь к компании X-Motors. Доставка по всей России. Отправляем транспортными компаниями.